На большинство муниципалитетов Хакасии в очередной раз надвигается финансовый шторм. По прогнозу главы Аскисского района, уже на днях возможны аресты счетов и, как следствие, задержки с выплатами зарплат. Об этом Абрекчел Тугмашев сообщил на общем собрании Ассоциации Совета муниципальных образований. Виной всему недофинансирование со стороны республиканского бюджета. Речь в общей сложности идет о сотнях миллионов рублей. При этом явные предвестники недоброго объявились еще в сентябре. Из-за опустевшей казны правительство оформило очередной кредит. Деньги эти, очевидно, уже закончились, а муниципалы сейчас завязли в налоговых долгах. Ожидается блокировка практически 100% всех расчетных счетов муниципального сообщества нашей республики. На примере Аскисского района. Вот у меня 15 поселений, это более 40 миллионов рублей. Есть, как бы всегда, дипломатия. Необходимо, я думаю, в ближайшее время, на следующей неделе, провести совещание с приглашением всех глав районов, финансовый блок правительства и плюс налоговое руководство. Сегодня же муниципальные главы переизбрали председателя ассоциации. Ожидаемо и безальтернативно остался Абрек Чалтыгмашев. Этот пост он занимает уже порядка 15 лет. Чалтыгмашев считается наиболее опытным руководителем, нередко выступает ярым защитником местного самоуправления. Не без участия ассоциации удалось более выгодно сформировать бюджет на следующий год. Главная задача теперь сообща Минфину и депутатам изыскать средства, чтобы бюджетники республики не остались без зарплат перед новогодними праздниками.